На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне компания LG представила обновление линейки L-Series. Это уже третье по счету поколение бюджетных смартфонов. А самая продвинутая из устройств – модель L90 Dual с большим экраном, последней версией Android и поддержкой двух сим-карт. Корпус аппарата сделан из пластика. Дизайн в целом напоминает старшие модели линейки G, за исключением того, что кнопки у L90 находятся на торцах, а не на задней панели. Кнопка включения расположена на правом боку смартфона. Регулятор громкости слева, а под экраном осталось место для четырех сенсорных кнопок, одна из которых отвечает за переключение между двумя сим-картами. Задняя крышка матовая, поэтому отпечатки пальцев на ней незаметны. По центру расположен объектив 8-мегапиксельной камеры. Чуть левее его — вспышка. Хотя это и относительно бюджетный девайс, он оснащен качественным дисплеем. Матрица IPS с диагональю 4,7 дюйма обладает разрешением 960 на 540 точек. В основе конфигурации аппарата лежит набор микросхем Qualcomm Snapdragon 400. Это 4 ядра Cortex-A7 с тактовой частотой 1,2 ГГц, гигабайт оперативной памяти и графический ускоритель Adreno 305. Под хранение данных пользователю отведены 8 гигабайт, но если свободное место будет подходить к концу, его можно расширить с помощью карт microSD. Конфигурация не самая мощная, но для корректной работы Android 4.4 и основных приложений мощности вполне хватает. Плюс все это потребляет минимум энергии, да и на цене сказывается положительно. Под задней крышкой помимо двух слотов для сим-карт и слота для microSD находится съемный аккумулятор емкостью 2540 мАч. Его полного заряда хватает на сутки работы в автономном режиме, учитывая еще и оптимизацию энергопотребления в Android KitKat. Традиционно для LG функциональность операционной системы расширена с помощью фирменной оболочки. Также у L90 есть удобная функция NockCode, которая позволяет настроить разблокировку девайса так, что пользователю вместо графического или цифрового ключей нужно будет от 2 до 8 раз нажать на различные части экрана. Такой хитрый пароль довольно сложно взломать. В результате LG L90 с его явно бюджетной направленностью обладает таким набором функций, что даже будь у него ценник повыше, чем сейчас, никто бы, наверное, не удивился. Разработчики отлично постарались, и в новом сезоне средний сегмент смартфонов LG смотрится очень привлекательно. Подписывайся на наш канал, ставь лайки, оставляй отзывы к обзорам и товарам на сайте интернет-магазина «Связной». Нам действительно интересно твое мнение.